срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я покажу, как установить требовательную к серверной части Joomla пятой версии. Все мы знаем, что у джуму 5 очень высокие требования, об этом я уже говорил. И если пока вы не готовы перейти на хостинг, хотите потестировать ее на компьютере, то нужно поставить программное обеспечение на компьютер. В моем случае я использую Windows 11 версии. И давайте я вам покажу Open Server. То есть это просто программа, которая будет имитировать сервер на вашем компьютере. То есть, доступ через интернет на сайт у вас не будет. Сайт будете видеть только вы. Но этого достаточно, чтобы его разрабатывать. Потом, когда сайт будет готов, и вы будете готовы переехать на хостинг, сайт можно будет перенести в готовом виде уже на хостинг. На момент записи видео я буду использовать последнюю версию Open Server версия 5.4.3. Сам сервер бесплатный, хотя они просят пожертвовать небольшую сумму. Но скачать можно его бесплатно. Это его официальный сайт. Процесс установки я показывать уже не буду. У меня это уже все установлено. Когда вы установите в конце установки Open Server, у вас будет поставить чекбоксы оптимизирует там под SSD-диск, SSD оптимизирует под Windows. На ваше усмотрение ставите галочки и потом перезагружаете, перезагружаете компьютер. После включения у вас тоже могут возникнуть вопросы от этой программы. То есть, допустим, вы не сможете запустить ее. Там будет возникать такой момент, что нужно будет на C-диске в некий файл. То есть некий файл на диске как бы занят. Вот. Я это тоже уже показывать не буду, если такая проблема возникнет. В интернете куча информации на этот счет, посмотрите. В этом видео я показываю именно, как развернуть джуму чтобы действительно она встанет на сервер. Но сервер нам нужно будет настроить. Опять же, когда он у вас будет установлен, запускать со значка на рабочем, на рабочем столе нужно правой кнопкой мыши и запустить от администратора. Надо обязательно выбирать. Вот, допустим, у меня значок вот так он выглядит Open Server на рабочем столе. Правой кнопкой мыши запустить от имени администратора. Следующее. Скачать Joomla. Возможно, будет проблема без VPN, не сможете скачать. Тогда переходите на GitHub. Все ссылки оставлю на своем сайте официальном fedorvasiliev.com. Здесь, когда сюда перейдете, здесь без VPN можно спокойно скачать. Перейдете ниже zip-архив, к примеру, и скачивайте дистрибутив Joomla. Пятая версии, пока 0.0 на момент записи видео, самое актуальная, на компьютер. После того, как вы запустите Open server, у вас вот здесь вот в трей будет значок. И значки имеют разные стили. Желтый, красный и зеленый. Зеленый, когда Open Server запущен, сайт может работать. Может быть оранжевый значок. То надо будет запустить, красный выключен. Правой кнопкой мыши по значку я кликаю. Еще вот здесь вот вы можете стрелку развернуть. Значок может тут находиться. Вы можете его здесь не видеть. Правой кнопкой мыши по нему кликаем. Вот они три составляющих. Да? То есть можно остановить сервер, перезапуск. Это вот желтый. И когда вы первый раз запустите со значка на рабочем столе Open Server, у вас будет, скорее всего, желтый. Поэтому надо будет здесь нажать правой кнопкой мыши и запустить нажать, чтобы он был зеленый. Дальше. Я устанавливал на диск C сервер локальный. Поэтому смотрим. Он у меня устанавливается прямо вот в корень. Заходим. Папка будет domains, домены. Открываем. И здесь все ваши сайты можно создавать. Папку просто называете, как хотите, английскими буквами. И .log – это зона, ну, как типа .ru. Только для локальной сети можете просто написать .log. Заходим в папку сюда, кидаем пакет дистрибутива Joomla распаковываем ее. Дальше у нас тут вот это в папке происходит. Я это все вырежу и сюда перенесу. Пустую папку я удалю. Сюда закинули сайт. Теперь давайте настроим сервер. Когда впервые вы настраиваете под эти специальные требования от самой Joomla правой кнопкой мыши по значку в трей. Настройки нажимаем. Здесь вы увидите вкладки, нажмете модули. Можете нажать на паузу, настроить как у меня. Вот выставил я вот такой Apache. Выставил PHP. Максимальная версия 8.1.8.2 пока в этой версии недоступна. 8.1 пока что достаточно. И вот самый главный критерий. MySQL 8.0. Максимальную выбрал. Иначе джумла не поставится и нажмете «Сохранить», скорее всего, попросит перезагрузить Open Server. Следующая правая кнопка мыши по Open Нам нужно создать базу данных. Переходим здесь «Дополнительно», переходим вот здесь «PHP MyAdmin», открывается браузер. Вот так вот симпатично выглядит PHP MyAdmin. Файлы мы закинули с сайта. Теперь для сайта создаем базу данных. Нажимаем вот здесь по ссылке «Создать базу данных». Название например, там Joomla 5, и сразу я нажимаю здесь создать. Вот база создана, она пока пустая. Да, кстати, момент входа в PHP MyAdmin. Я нажму вот здесь вот на стрелочку выход. Вы сначала увидите вот такое окно. После того, как вы нажмете вот здесь вот перейти в PHP MyAdmin. Какие данные вот здесь вводить? Вот в этой версии, которую я сейчас в PHP использую, у меня входит с пользователем root, root, пароль, я не указываю вообще, захожу просто без пароля. Раньше был пароль root, но сейчас он с этим паролем не входит. С точки зрения безопасности, ну, если у вас на сайте стоит защита, там прям Касперский или Windows защита, если она действительно хороша, не знаю, насколько она хороша, в 11 винде. В общем, у вас компьютер защищен, то здесь не страшно, что вы без пароля заходите. Главное, чтобы сам компьютер не был заражен вирусом. Но это уже отдельная история. В общем, вот так я вхожу в PHP MyAdmin. Далее, еще раз сделайте перезагрузку. Нажмите «Перезапустить». Если не перезапустится, загорится красненьким, то нажмете на вот так вот красненький флаг, нажмете «Запустить» вот здесь. Это вы сделали. Дальше правой кнопкой мыши мои проекты. Вот здесь вы увидите домены, папки с доменами, которые вы создали. Я нажимаю на Joomla 5 и в этом же браузере грузится вкладка с Joomla. Вот она первая страница установки. Пишем название сайта, нажимаем дальше, заполняем поля, нажимаем параметры базы данных и вот здесь вот самый главный момент. Тип базы данных можем оставить MySQL, имя хоста можем оставить localhost, имя пользователя базы данных мы пишем root, Пароль не заполняем. И имя базы данных мы обязательно ставим, которое вот здесь вот название. Я назвал базу данных Juma-5. Прямо отсюда копирую название, чтобы не ошибиться. Удаляю эту базу данных, ставлю эту базу данных и нажимаю ⁇ Установить ⁇ В моем случае все произошло. Нажимаем ⁇ Открыть панель управления ⁇ не удалось каталог удалить инсталляцией, то есть этот каталог нужен только для установки Joomla. Он автоматически удаляется на хостинге, но почему-то на локальном хосте он сам не удалился. Не страшно. Проходим в папку с сайтом, открываем папку, находим папку инсталляции, просто отсюда ее удаляем. Далее еще раз нажимаем открыть панель управления. Все, мы видим страницу авторизации. Пока что все на английском языке. Вводим логин и пароль, которые создавали. От админки, и нажимаем логин IN. И по сути, все получилось, как вы видите, никаких предупреждений нет. У нас последняя, одна из последних версий PHP 8.1, база данных MySQL 8.0. Dжуomel установился без каких-либо предупреждений. И теперь давайте установим русификатор. Русификатор можете скачать в просторах интернета для джумы. Переходим здесь система. Нажимаем дальше. Вот на эту ссылочку. И я файл локализации с компьютера перетаскиваю в эту область. Нахожу локализацию на компьютере архив, выделяю его. Открыть. Установка у нас прошла хорошо. Теперь нужно активировать язык. Перехожу в System. Дальше Language. Здесь на стороне сайта сначала. Включаем его. Далее перехожу в админку и кликаю вот сюда, чтобы звездочкой показался язык. Все, у нас теперь все на русском языке. И теперь вы свободно тестируете, создаете сайт на Joomla 5 версии.